В этом году муниципальные власти ведут капитальный ремонт 4 тротуаров по улицам Фрунзе и Кирова. Всего на эти цели из городского бюджета в рамках программы «Осуществление дорожной деятельности и транспортного обслуживания населения на территории Артемовского городского округа» выделено 14 миллионов рублей. Работы по восстановлению ранее утраченного тротуара по улице Фрунзе от остановки Пианино до остановки 9 километр уже завершены. Подрядчик установил бордюры, уложил асфальтобетонное покрытие и оборудовал тротуар защитными ограждениями. Продолжаются ремонтные работы по восстановлению двух тротуаров на улице Кирова. Срок окончания работ 31 августа. Валерия Климкина, Егор Бондаренко, телеканал «Лента».